Песня посвящается Балабанову, Царству Небесному. Привычно и свежий
старой пищи. Остывшая печка, ой, еще может ошпарить. В раскаленных кастрюлях готовит разум и души, а рядом совесть туша. Добро пожаловать к столу бесплодных людей. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, бездушных вещей. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, безбожного мира, безбожного дня. Хохочет, а если плачет, так молча, не подавая вида и не меняя ритма. На кухне видно забыл, что когда-то любили и рук не морали, посуды не били. Все взяли дым и веселье кругом новоселье, и так же бьется посуда, как судьбы всякого люда. Все в зале шумно и людно, закрыть свободно трудно, но нет больше боли и нет больше страха. В раскаленных кастрюлях готовит разум и души, а рядом совесть тушит. Добро пожаловать к столу бесплодных идей, бездушных вещей, безбожного мира, безбожного дня. О творчестве Евгения Настоящего, Игоря Лунева. Спасибо всем за сотворчество. Павел Зубков у нас. Сейчас я посмотрю на часы, что у нас там со временем. Вот, сейчас у нас сыграет точно Павел. Ну, посмотрим. Наверное, все-таки уже только Павел. А Евгений Савин еще тут? Так, ладно. Вот, прикинувшись парой слов в перерыве, чувствую, что все-таки нужно сказать немного о песне, которую я сейчас собираюсь спеть. Вот, вот Сергей назвал программу, которую сегодня я пришел болевой. Вот, я, ну, если бы я сейчас начал говорить то, что я думаю по поводу такого определения, я бы занял много времени. Поэтому я, наверное, скажу только то, что вот следующая песня, она тоже как бы с напрягом, но она и с просветом тоже. Вот. Но как бы первые две песни тоже были с просветом. Я не могу назвать их беспросветными. Мне жаль, если они были так восприняты. То есть, если есть, ну, какое-то направление стремления, то, значит, не все безнадежно. Но здесь как бы этот просвет уже, и герой видит его уже в яве, как бы воочию, и, ну, и продолжает путь. Вот. Потому что эта песня далеко не закончена. Вот, я просто во избежание каких-то недовосприятий. Вот, он называется «Джазовый ритм сердца». Ну, это метафора, к джазу никакого отношения не имеет.
города вдоль воды, Марью дозорной лебедой. Дед повис неразрешен, Септокородом над землей, светом вечерним залитой. День домов, новая песня, что-то роятся какие-то черновые строчки, прошу прощения, такой неподготовленности. День затих, день затих, кромкой заката оторочен, не движу тайну молчания храня, ведь в темноте не видно дня, а в свете дня нет места ночи. Зачем тебе таиться, если с тобой искшазовый ритм сердца? Кого тебе бояться, если с тобой искшазовый ритм сердца? О чем тебе молиться, если с тобой искшазовый ритм сердца? По ком тебе звонить в колокола? Зачем тебе таиться, если с тобой кипчатовый ритм сердца? Кого тебе бояться, если с тобой кипчатовый ритм сердца? О чем тебе молиться, если с тобой кипчатовый ритм сердца? По ком тебе звонить в колокола? Человек полон